сегодняшнего дня до воскресенья 11 июля включительно в городе будет отключена горячая вода с целью ремонта тепловых сетей в городе Нарва. По рекомендациям руководства АЭС Нарва «Союз ВЫРК» на время ремонта в целях безопасности горожанам следует закрыть входные задвижки на теплоузле и открыть после них дренажи или воздушники. Подключение домов к горячей воде будет выполняться с 8 часов утра в понедельник 12 июля. Подача горячей воды после ремонта будет осуществлена только тем клиентам, которые не имеют задолженности на тепловую энергию. Предприятие АЭС Нарва «Союз ВЫРК» отключает горячую воду ежегодно в летнее время, когда большая часть горожан переезжает за город. Но кроме тех, у кого есть дача, есть и такие норветяне, кому приходится оставаться на это время в городе. На неделю летом отключают горячую воду. Вот как вы к этому относитесь? Я отношусь положительно, потому что, естественно, это большая система, сложная, ее все равно надо или ремонтировать, или профилактировать. Что-то одно. Одну неделю потерпим. В бане схожу на даче. Плохо, но все равно нужно же проводить всякие эти, ну, как они называются, да, ремонты. А вот как вы справляетесь с этой ситуацией? Ну как, в тазике нагреваю воду и моюсь. Да, ну иногда к знакомым пойду, у кого газ, вот, колонки, все, помоюсь, нормально. Ну а чего, сейчас вода теплая, и можно под холодной водой помыться в душе. Жарище такая стоит. Сейчас, в принципе, жарко на улице. И тем более, это понятно, что надо... Все коммуникации обновлять и все делать, все ясно, все нормально.